Палаццо Гримани, дворец в Венеции на канале Рио-де-Сан-Лука, в точке впадения последнего в Гранд-канал, был построен в эпоху Ренессанса. Современный вид относится к 1556-1575 году. Изначально был построен для дожа Антонио Гримани. После его смерти в 1532-1569 годах последовательно перестраивался наследниками дожа. Сначала Витторе Гримани, генеральным прокуратором города. Затем Джованни Гримани, кардиналом и патриархом Аквилейским. Предположительно, подряд на заказ последнего выполнял Микеле Сан-Микеле. Окончательно дворец был закончен в 1575 году Джованни Рускони. Дверной портал оформлял Алессандро Виттория. Дворец состоит из трех частей небольшого заднего дворика. Фасад дворца украшен разноцветным мрамором. Изюминка внутреннего интерьера – зал Психеи, украшенный фресками Франческо Менцуки, Камилла Мантована и Франческо Сальвиати. Также в оформлении дворца принимали участие Тадеццо Каро и Джованни Даудини. В настоящее время в здании располагается Венецианский апелляционный суд, СМ. Также список дворцов Венеции.